Ты ничего не хочешь мне сказать? А что-то случилось? Я даже не знаю, как объяснить твою выходку. Извини, Фарид, но по-другому твой поступок я назвать не могу. Зачем ты освободил преступника? Этим преступником оказался Стас, сводный брат Ани. И я сделал это по просьбе Артема. Аня, Аня, боже мой, это проклятие какое-то. Да какая разница, чей это брат? Это человек-мошенник. Его подделки находились в нашей галерее. Из-за них по нашей репутации нанесен сильный удар. Ну неужели ты об этом забыл? Да нет, я помню, помню. Ну, а где логика, черт возьми, если ты помнишь? Ты же вытащил его из тюрьмы. Нанял ему адвоката, внес за него залог. Пресса подумает, что мы покрываем своего человека, что мы с ним в сговоре. Но с прессой уж я как-нибудь решу. Доверие к нашей галерее окончательно подорвано. Ни на одном аукционе мы больше не будем пользоваться авторитетом. А это гвоздь в крышку гроба. Думаю, что галерею придется закрыть. Кто теперь захочет у нас выставляться? Начинающий? Или какой-нибудь сброд? Это не наш уровень. Мы всегда работали с респектабельными людьми. А теперь все рухнуло. Все. Ну что ты молчишь, Фарид? А причина всему – это безрассудство Артема. Что он вытворял на помолвке? Скандал за скандалом. Боже мой, теперь эта история с этим Стасом. В общем, так. Думаю, что Артема придется отстранить от должности. Не дорос он еще до бизнеса. Пусть сначала разберется в своей голове. Не надо. Не надо рубить с плеча. Мы вернем доброе имя нашей галереи. Да. Интересно знать, как. Мы наймем специалистов, которые устроят экспертизу каждой картины. Уверяю тебя, затраты окупятся. Проведем благотворительные аукционы. Перечислим круглые суммы в различные фонды. Только сделать это надо быстро. Очень надеюсь, что ты с этим справишься. И еще по поводу Стаса. Артем это сделал ради Ани, он не мог поступить по-другому. Да не хочу я ничего понимать. Это дурацкий поступок. И ты помог ему его совершить, вместо того, чтобы остановить. Артем наш сын. И я горжусь, что он поступил благородно. К черту такое благородство. Это ж надо было такое чудить. Привет. Что-то ищешь? Нет, просто смотрела. Есть планы на вечер? Нет. А что? Просто хотел пригласить одного своего друга в очень красивый ресторан. Ты как? Артем, я тебя везде ищу. Что такое? Мама приглашает тебя сегодня вечером на ужин. Ты свободен? Ну, вообще-то я запланировал встречу с другом. И что мне теперь делать? Как думаешь, что важнее, друг или невеста? Ну, конечно же, невеста важнее друга. Хорошо. Поедем после работы. Я позвоню маме. Звони. Ну что? Пока, друг. Пока.
Ну и где все? Тебе видней. Поздравляем! Поздравляем! Ура! Спасибо большое. А от нашего отдела у нас есть подарок. Аня, давай. Спасибо. Спасибо. Мы, правда, еще не знаем, что там. Аня сама выбирала. А мы оплачивали. Вот, посмотрите. Спасибо, очень красивое. Ну как, нравится? Ух, ребят, как вы угадали. Ну что, поздравляем. Поздравляем! Давай под зонтик. А может, куда-нибудь сходим? Спасибо. В кино, в ресторан, в театр. Куда ты хочешь? Нет, спасибо. У меня другие планы. Давай я тебя хотя бы до перехода провожу, а? А то вон как льет. Спасибо, что заботишься обо мне, но я бы сама добежала тут недалеко. Не, ну ты всегда, когда попадаешь под дождь, простываешь. Давай пойдем вместе. Собственно, дальше я сама. Артём, хватит. Мне надо идти. Почему не носишь кольцо? Не хочешь быть мне другом? Хотя да. Быть любовниками лучше, чем друзьями, да? Оно просто мне не по размеру. Хочешь, я куплю тебе другое? М? Это, в конце концов, не обручальное кольцо. Я не обязана его всегда носить. А может, ты хочешь, чтобы я разорвал помолвку? А почему ты у меня это спрашиваешь? Как я могу давать советы в таком личном вопросе? Ну, ты же мне друг, а друзья могут давать советы друг другу. Ну, в таком случае, мой тебе совет как друга. Перестань мотать нервы и себе, мне и Изольде. Ну, повзрослей уже. Научись брать ответственность за слова, за поступки, за обязательства, в конце концов. Слушай, я хозяин своего слова. Захотел – дал. Захотел, забрал обратно. Ты все-таки надел кольцо на палец ей. Отнесись к этому серьезно. Спасибо за совет. Всего доброго. Да, и не промокни под дождем.
Береги себя. Ты тоже. А я тебя ищу. Эй! Что? Прости, я прослушал. Слушай, а может выпьем кофе, а? Такая погода. Так хочется согреться. Да. И желательно душой. Что? Ничего. Пойдем. Спасибо, но я уже укомплектовался. Ну, тогда попробуешь десерт в следующий раз. Хорошо. Что-то Аня задерживается. А ты торопишься? Да нет. С удовольствием выпью еще по бокалу вина с вами. Прекрасно. Спасибо. За нас. Вот я вам всем хочу сказать от чистого сердца. Я понимаю чувства Ани. Хочу ей пожелать, чтобы она на своем пути встретила настоящего человека.
чтобы можно было выстоять в этом тяжелом и подчас несправедливом мире, сложном мире. Надо поговорить с этим парнем. Как? Стас. Да, да, да. Надо поговорить со Стасом. Мне кажется, она до сих пор его не забыла. И... Мам, я думаю, что достаточно. Да, я что-то не то говорю? Да нет. Все хорошо. Выпьем. Ну, давайте за любовь. Да. За любовь. Мне было так хорошо сегодня. Спасибо тебе, ой, за сегодняшний вечер. Только будь осторожен, ладно? Ты поедешь со мной. Береги себя. Я буду скучать. Иди в дом. Простудишься. Фарид, подожди. Подожди. А чего ты тут делаешь? Так поздно. Нехорошо гулять. Девушке в это время одной. Что тебе надо? Я тебе говорила, у меня были планы на этот вечер. Говорила. Да. Что-то я напился. Смотри, чтобы тебя это в привычку не вошло. А вот с девушкой своей сейчас закончил? И теперь хочу повидаться с другом. Если, конечно, друга не напрягает мое нетрезвое состояние. Мне пора домой. Увидимся завтра. На работе. Ань, не уходи. Ну, ты же мой единственный друг. Я не хочу просто так с тобой тут стоять. И более ничего путного ты не говоришь. Путного? Не говорю. Но я могу спеть. Ревнивая!
домой. Ну, Ань, ну давай споем что-нибудь, что тебе нравится. Ну, постой со мной. Артем, ну. Это я. Вставай. Любишь меня. Ну, я чисто. Ну, ладно, все, друзья, друзья. Только друзья. Будь они, не ладно. Он что ж ты так напился-то? Ты мой самый любимый друг. Сейчас, подожди секунду. Ты будешь заходить? Да. Увольте его к чертовой матери. Да, найдем другого. Я сейчас не очень могу говорить. Созвонимся вечером. Угу, пока. Доброе утро. Доброе утро. И хорошего дня тебе. Кстати говоря, я не очень помню, как мы вчера расстались. Надеюсь, ты на меня не в обиде. Подождите меня у машины, хорошо? Спасибо. Сколько лет, сколько зим. Давно не виделись. Сегодня я планирую заглянуть домой. Рада? Какой у тебя график? Надеюсь, недолго задержишься на работе? Это ты мне пытаешься угрожать таким способом? Смешно. А чего ты добиваешься? Ты думаешь, так Ане будет лучше? Если ты расскажешь всем, что ты брат Изы, и то, что она виновата в этом, как бы это сказать, инциденте, кому-то от этого будет хорошо? Ты испортишь не только свою жизнь Изы, но и жизнь Ани, а ее в первую очередь. Подумай об этом. Я все равно собираюсь все рассказать. До этого не получалось. Было много помех. А теперь получится. Пусть все узнают. Ну и дурак ты. Ну, подумай сам. Ты можешь заполучить Анну. Она, как я понимаю, не против. Вот и будьте вместе. У Изы скоро свадьба с Артемом. Не мешай, тебя и так слишком много. Я все равно все расскажу. И мне плевать, кто как подумает. Я сделаю то, что должен сделать. Да что ты заладил? Расскажу, да расскажу. Хочешь правду? Мне плевать. Я сегодня занята, но ты можешь прийти в любое удобное для тебя время. До свидания. Алло, Паша? Здравствуйте. А я хотела узнать, вы помните мою просьбу? Вы меня неправильно поняли. Мне нужны новые картины Стаса и как можно скорее. Да, спасибо. Я ценю все, что вы для меня делаете. Дождались меня?
Прошло всего 2 месяца, и мы еще не можем выявить неконкурентоспособные бренды. Если конкретно, то статистика такова. Выручка магазинов одежды за 2-й квартал выросла на 11% по сравнению с предыдущим кварталом. И я прошу прощения. И на 20% в сравнении со 2-м кварталом прошлого. Ты что-то хотел сказать, Артём? Нет. Как раз говорить я сейчас не хочу. Тогда пока. Увидимся позже. Так, да? Если вам не интересно, вы можете выйти. Хорошо. Пока. Это доказывает, что... Извините. Это доказывает, что меры по созданию и продвижению собственных брендов одежды были эффективны и уже дали конкретные Что с тобой, Артём? Ты как будто бы не здесь. Да все нормально. Я здесь, Фарид. Я на этом самом месте. Но я же прекрасно понимаю, что ты думаешь об Ане. Послушай, вы дружили в детстве. Вы договорились, что останетесь друзьями. Это самый... беспроигрышный вариант. Да, в детстве. Знаешь, Фарид, очень много изменилось. Скорее, не беспроигрышный, а самый безболезненный вариант. А мне кажется, ничего не изменилось с тех времен. Фарид, у меня к тебе просьба. Я тебя слушаю. Разыщи Стаса. Мне очень нужно с ним поговорить. В прошлый раз мы как дети чуть не передрались. Я хочу расставить все точки над «и». Слишком много вопросов осталось открытыми. Сделаешь? Хорошо, я тебя понял. Я займусь этим сегодня же, обещаю. Стас! Стас! Давно не виделись. Стас, а ты, оказывается, талантлив и популярен, сукин ты сын. Прекрасные у тебя выходят картины, нежные, утонченные, изысканные. Я просто любуюсь, честное слово. Они же просто дышат. Как говорят полоумные экскурсоводы, море экспрессии. Это вы донесли на меня в полицию? Зачем? Стас, давай не будем шуметь, как в прошлый раз. Просто порисуй для нас. Это ж твоя профессия. Только я тебя по-хорошему прошу. Давай не копейся. Слышь? Ну вот, не хочешь по-хорошему. Ладно. Значит, будет как всегда.
Артём, мы нашли Стаса Макарова. Ситуация сложная. Он похищен. Давай, рисуй, художник. Но если ты сегодня не начнешь, тебе же точно конец. Рисуй. 2-3 картинки и гуляй. Мы же не бандиты какие-то. Рисуй. Но если ты сегодня не начнешь, тебе же точно конец. Дорогой художник, рисуй. Сейчас. Да. Что? Что делать? Ты у меня спрашиваешь, что тебе делать? Сухари сушить? Идиот! Ты идиот, скажи! Нет, скажи, ты идиот? Правильно, кретин! Через 15 минут звони мне. Художник, я вижу, ты меня не понял. Я ведь не шучу, не зли меня. Сегодня закончишь, мы же тебя сегодня отпустим. Если ты не будешь рисовать, ты же умрешь. Дай. Но перед смертью почувствуешь на вкус вот эту биту. Понял? Решать тебе. Братва, менты, вали! Ну, стоять! А вот стоять! Кто? Кто? Стоять! 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 Тихо, тихо! Свободен! Иди, парень! Седова, в машину! Фарид, проследи, чтобы ему оказали нужную помощь. Он какой-то сам не свой. Бедняге крепко досталось. Хорошо, Артём, можешь не волноваться, я разберусь с этим. Ну что, поехали. Аня, хорошо, что я вас встретил. Вас ждет директор. В своем кабинете? Нет, у фрески. Хорошо, спасибо. Рядом с этой фреской я начинаю нервничать. Почему? Потому что я не знаю, о ком ты думаешь. О Стасе или обо мне? Мне от этого очень неуютно. Я не могу не думать о тебе. Ну, придется перестать. Артём. Я был таким самонадеянным. Я думал, что когда я тебя найду, то все разрешится само собой. Да я был готов сделать для тебя все, что угодно. Но нет, все сложилось иначе. Вот ты вернулась, и тебе уже ничего от меня не нужно. Это не так. Ты сделал для меня очень многое. Спасибо тебе за это. Ань. Что? Ты будешь считать меня своим другом? Конечно. Наша дружба будет вечной. Я уже сама не знаю, чего я хочу. Наверное, я хочу просто отдохнуть от всего. И от себя. И
Я тогда отправлю тебя в командировку. Прекрасное место. Воздух чистый, свежий. Ты будешь гулять там подолгу, высыпаться. Там хорошо работать. Создашь новую коллекцию, восстановишь силы. Согласна? Хорошо, как скажешь. Поеду. Машина будет ждать тебя утром. Это что? Рекомендательное письмо. Предъявишь на месте. Ты завтра поедешь со мной? Нет. Мне слишком много дел. И вообще я не уверен, что поступаю правильно. Почему? У меня есть чувство, что если ты туда поедешь, обратно ты уже не вернешься. Прощай. Привет. Привет. А где Аня? Работа не в проворот, а ее нет на рабочем месте. Она уехала по делам. По моему распоряжению. Могла бы предупредить. Поскольку вернется? Я думаю, когда придет время. Кстати, не планируй, пожалуйста, ничего на сегодняшний вечер. У меня будет встреча с одноклассниками, и я хочу, чтобы ты пошла со мной. Так будет правильно. Правда? Да. Спасибо. Вам сумку помочь донести? Нет, спасибо, она не тяжелая. До свидания. До свидания. Стас?
что ты тут делаешь? А ты что здесь делаешь? Я не знала, что ты здесь. Если б знала, я б раньше приехала. Меня Артем сюда отправил. Он что, с ума сошел, этот Артем? Зачем он это сделал? Мы просто друзья. А мы? Ты и я. Мы брат и сестра. И ты это знаешь. Тристан. Я не хочу тебя терять. Мне все равно, кто ты. Брат, друг. Я больше никого не хочу терять. Я не могу больше никого терять. Слишком много потерь было в моей жизни. Не проси, чтобы я уехала. Меня никто не ждет. Я никому не нужна. Я останусь здесь, с тобой. Артём, ты занят? Да нет, Фарид, конечно, нет. Проходи. Садись, пожалуйста. Артём, я хотел бы с тобой поговорить. Я замечаю, что последнее время твои мысли витают где-то далеко. У тебя что-то случилось. Расскажи мне, может быть, я смогу тебе чем-то помочь. Спасибо тебе, Фарид. Спасибо за заботу. Я правда, я очень это ценю. Мне иногда кажется, что ты мой... самый близкий друг. Знаешь, Артём, ты еще очень молод. У тебя еще все впереди. Иногда наши беды кажутся очень большими, но все познается в сравнении. Не зря же говорят великие, и это тоже пройдет. Спасибо. Я справлюсь. Пойдем в дом. Стас, давай еще погуляем. Тут так хорошо дышится. Давай сходим завтра к врачу. Да нет, все в порядке.
Но ты меня не обманешь. Ты рисовать даже начал правой рукой. Держи. Это твое. И больше не теряй. И не выбрасывай. Даже если будешь на меня очень злиться. Я всегда останусь твоей сестрой. Кстати, совсем забыла. Артем просил передать. Стас, я не смогу сдержать обещание, которое тебе дал. Я хотел, но ничего не вышло. Анна не сможет быть счастлива рядом со мной, я это хорошо понял. Вот почему мы решили остаться друзьями. Это наше общее решение. Говорят, что друзья не бросают друг друга в беде. И я ее не брошу, если возникнет такая ситуация. Пожалуйста, позаботься о ней. О моей дорогой подруге. Берет меня на встречу одноклассников. Это же хороший знак, правда? Я хочу сходить в салон и сделать какую-нибудь красивую прическу. Мама, я так жду, когда он представит меня как свою невесту. Я же говорила тебе, что этот айсберг скоро оттает. И я уверена, что ты понравишься его друзьям. Ты же у меня красотка и умница. Да и Артему полезно посмотреть на тебя со стороны. Спасибо, мам. Я постараюсь быть с ними милой и их всех очаровать. Ну, ты только не переборщи. Мужчины, они собственники. Угу. Поняла. Я об этом не подумала. Ой, слушайся, мамочку, я плохого тебе не посоветую. Спасибо, мама. Ты у меня самая лучшая. Ладно, я побежала, а то я опоздаю в салон. Все, целую, удачи тебе. Пока. Ребят! Это Иза. Я невеста Артема. Поздравляем! Привет. Привет. Здорово. Здорово. Привет. Привет. Здорово, здорово. Пойдем. Какие классные ребята! Да, это же мои друзья. Ну, теперь они и мои друзья. Спасибо тебе за сегодняшний вечер. Я так здорово провела время. Мне было так весело. Мне тоже. У тебя хорошие друзья. Я пошла? Угу. Спокойной ночи. Спокойной.